Добрый вечер. Хочу сделать небольшой видеоотчет о проделанной работе Давида, о наших успехах. Ну, во-первых, кто есть у меня в группе «Аутизм не приговор», видели, что Захар поехал на самокате. Для нас это большая радость, честно говоря, со слезами на глазах была. Мы на этом не остановились, мы сразу начали осваивать ролики, причем он несет их сам, просит надеть, и мы за ручку, правда, пока с удовольствием катаемся. Для нас это достижение спортивного плана. Потом сегодня я увидела видео мамы Евы о том, что если ребенок устраивает истерику, можно снять его на видеокамеру. И мы попрактиковали этот способ. Сегодня Захар упал на пол от нежелания одеваться, устроил истерику, крики. Я начала снимать его на видео. Он сразу вскочил с пола, схватил у меня фотоаппарат с видео, отнял, положил в чехол. Потом я все-таки это видео включила. Он ходил рядом с ноутбуком, косо озираясь на свое видео. Оно ему не понравилось. Ребенок прекрасно понимает, что такое поведение неприемлемо. Сидит вот он сзади, раскладывает карты. Ребенок стал намного спокойнее, собраннее. Вот он собрался. Еще у нас достижение такое, что мы стали нормально, по-человечески, грубо говоря, питаться. Он стал кушать каши гороховые, с мясом, с яйцом, супы. В общем, у нас завтрак, обед, ужин нормальные. Вследствие этого у нас нормализовался стул, честно говоря, которого мы вообще нормального не видели. Стул у нас был ненормальный. Сейчас 3 дня вообще идеальный стул. Человеческий, опять же, грубо говоря. Ну вот, в общем, такие вот, это что вот такое очень глобальное приходит на ум, а так вот именно мелочей, прогрессов, их очень много. Ну, вплоть до того, что мы стали открывать домофонную дверь, мы стали ключом поворачивать личину. То есть вот таких мелочей бытовых, их очень много стало проявляться. Причем я, если раньше я программировала это, то сейчас оно само собой происходит. Спасибо вам, Давид. Если что-то еще вспомню, обязательно вышлю новое.